есть инструмент с правовой точки зрения этой территории заняться, чтобы она была полностью нашей собственностью, чтобы для дальнейшего участия этой территории, перспективы участия в программах, в том числе в программе по комфортной городской среде, программе по паркам, прорабатывался ли этот вопрос с юридической точки зрения, эту территорию на предмет законности передачи этого имущества частным лицам. Насколько я знаю, передача собственности была уже достаточно давно, поэтому нужно смотреть на сроки исковой давности, если будут основания для спаривания сделок по приглашению. Стенка, ну, бетон, да, она там со стороны воды подмывается, и там есть вероятность тоже и угрозы в том числе. И не говоря о том, что сами борта, они там не огорожены, половина сломана, половина вообще развалена. Эта территория в любом случае, даже с точки зрения безопасности, требует внимания. Совещание проведем с участием архитектуры, посмотреть тоже с вашей стороны, какие-то можно предложения из архитектуры, как эту территорию можно, что на ней можно сделать. С учетом площадей, размеров и границ этих участков.